Еще не смолкли шаги уходящего из фракции КПРФ в законодательном собрании области Матвея Володарского, как еще один депутат решил покинуть коммунистическую ячейку. На отчетно-выборной конференции КПРФ выступил недавно исключенный из партии, но избранный народом Андрей Седов, который как делегат конференции выразил свое мнение о внутрипартийных процессах. Я обратил внимание на то, что второй секретарь нашей партии Ебадинов Айрат, значит, практически узурпировал власть в партии, плетет постоянно интриги, постоянно какие-то особо приближенные лица, какие-то или наоборот отдаляет людей, которые высказывают чем-то недовольство. Ну, практически как султан стал руководить нашей партией. Людям, исповедующим идеи равенства и братства, не может не претить барское отношение со стороны тех, кто должен примером являть эталон коммуниста. Дело даже не в том, что, оперируя ленинской терминологией, Айрат Минирасихович буржуй, а в неправильно выстроенной системе отношений в региональной ячейке. Отсюда и следующее предложение делегата конференции от Старомайнского района. Пора кардинально менять состав областного комитета. Ну, к сожалению, здесь меня люди не поддержали. По итогам голосования, значит, за Айрата проголосовал 36 человек за и 5 против. Долго ли избиратели будут поддерживать партийную верхушку, состоящую из бизнесменов и профессиональных политиков, покажет время. Пока же ясно. Стратегического планирования внутри партии нет. Идет всего второй месяц после избрания, а фракция, не приобретя практически ничего в политическом плане, уже потеряла нескольких своих членов и один комитет, так как Седов, верный ленинским принципам, не верит принципам фракции, именно из-за отличия их, на его взгляд, от ленинских.